Иркутская область. Воздуха наберите. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, а что здесь происходит у нас? Голосование поселка вашего области, знаю. Это какой у нас участок? Вы все снимаете? Да, да. Вы имеете право? Да, я снимаю. Такая красота и величие. Как тут не поснимать? Какой участок у нас? 1101. Решение есть? Директор, пожалуйста, звоните 7:00. У вас есть? У нас есть выездная книга. Мы на остановке, женщина. У нас есть только выездная книга. Я член территориальной избирательной комиссии. А наши жители сообщили о том, что у нас вот такая форма проводится голосование. Да. Вы здесь сегодня один день или это будет? Мы сегодня с 12 часов до 2 часов. Угу. До 2 часов здесь постоим. А в 2 часа приедет газелька, перевезет нас на другую автобусную остановку. Второе место в рейтинге «Аналогов нет» занял заброшенный колодец. Его для надежности шифером так с деревянной палкой прикрыли. А третье место — бак для воды у кого-то на даче. Посередине идите, а то потонете еще. Ого, там воды. Верните наших парней домой. Верните мобилизованных. Верните мобилизованных, если ваше слово хоть что-то дозначит.